Владлен, Евгений, здравствуйте. Мы сейчас на матче Bad Boys, ФСК победитель. Прошла половина встречи. Ваши ощущения от игры, эмоции? Мне очень нравится. Почему ты еще не играешь? Не играю в баскетбол. Мне говорили, что ты футбол любишь. Ну, я больше, да, играю в футбол. Вот. Ну, а в баскетбол никто не приглашает. У нас более 40 команд. Ну вот, пока никто не звал. Можно свою кандидатуру выставить у нас на драфт. У нас есть драфт, и тебя могут выбрать. Как в NBA. Хорошо, я попробую. Ладно, у нас сегодня в матче такая напряженная, эмоциональная частичка была. Игроки немножко поссорились, и судьи немножко поссорились с игроками. Как вы думаете, это дает матчу и вообще игре какую-то изюминку, придает ли? Безусловно, да. Кто бы что ни говорил, там да. Какие-то вещи, которые происходят во время матча, там... Не хмурил брови там на фаеры, там еще на что-либо. Мы считаем, что без этого все равно не будет того зрелища, которое притягивает людей к какому-либо виду спорта, скрывающую его спортивную составляющую. Кто из вас за какую... Шоу-составляющая должна присутствовать тоже. Конечно. Мы же стараемся из НБЛ НБА сделать, на самом деле, мы маленькими шишками, но, я думаю, приближаемся к этому. Ладно, а кто из вас за какую команду из этих болеет? Признавайтесь. Ну, я болею за Bad Boys, потому что у меня там знакомый играет. Что за знакомый? Двоечка. Да, мы с ним вместе тренируемся. Тренируетесь? В тренажерном зале. Понятно. Значит, Женя у нас сегодня за ФСК победитель. Да. Победитель или за победитель? А, все, ясно, я поняла. Ребята, вообще можете прокомментировать, что происходит сейчас на площадке? 30-31 – это в баскетболе такой крутой счет. Напряженный матч. Я опять еще раз повторяю, что это напряженный матч. Как думаете, кто все-таки победит? Ну, я так понимаю, что... Болит за своих. Вы уже поспорили? Сделали ставки? Название команды говорит за себя. Я почему про ставки спросила? У нас же открывается с помощью вас новый... так сказать, новая рубрика в НБЛ. А участники будут делать прогнозы свои на матчи и выигрывать призы от вашей компании. Как считаете, дело нужное? Ну, безусловно, нужно, да, потому что это не азартная игра, не денежные ставки, ну, а где-то свой выплеснуть. О! Иван Ерофеенко, 3 очка, тоже неплохо. Ладно, не буду вас отвлекать от матча, а после поговорим. Все, ребята, пока. Матч уже закончился. Твои ощущения, эмоции, чувства? Порадовал баскетбол сегодня? Да, безусловно, порадовал. И лидеров мы тоже видим, они тоже порадовали. Были эмоции, была борьба, все было здорово. Ты награждал лучших игроков вместе с Евгением. Почему именно они? Чем они удивили на площадке? Вот ты, например, Ваню Ерофеенко наградил. Говорил, что с ним знаком. Он тебя порадовал? Ты вообще видел когда-нибудь, чтобы он раньше играл? Нет. Раньше игру его не видел, в принципе. Что мне импонирует в таких игроках, это ломание стереотипов, что только высокий игрок может достигать результатов. А как мы видим, в принципе, рост этого игрока достаточно небольшой, а результаты достаточно большие. Вот это как бы и отрадно. Спасибо большое за то, что посетили нас.
Приходите еще.